Памятник исследователю Дальнего Востока Геннадию Ивановичу Невельскому был открыт во Владивостоке в 1897 году. Его создатели – известный скульптор Бах и инженер флота Антипов. Это один из первых монументов в городе, который имеет имперскую историю. Памятник посвящен человеку, который оставил след не только в истории Дальнего Востока, а в истории всей России. Это известный путешественник, исследователь, с именем которого связано освоение Дальнего Востока. По заказу мэрии началась реставрация памятника. Рабочие реконструируют наружные и внутренние ограждения, ремонтируют швы. Будет отреставрирован стилобат, заделаны трещины, проведены чистка и шлифовка монумента. Также специалисты демонтируют мемориальную табличку для восстановления на ней надписи. Не оставит без внимания и главный элемент монумента – двуглавого орла. На нем тоже устранят все имеющиеся повреждения. Реставрационные работы производит компания ВСК «Технострой». Наша компания производит реставрационные работы на памятнике Невельскому. Вот. Работы по контракту должны быть завершены в октябре этого года. Но, учитывая мероприятие саммита, мы планируем как раз завершить до его начала. Отметим, последний капитальный ремонт памятника был проведен в 2010 году. Анна Дьякова, новости на Восьмом.